Уже более 25 лет телеканал «Видное ТВ» рассказывает о самых значимых событиях муниципалитета и его жителях, их проблемах и достижениях. За эти годы в эфир, помимо выпусков новостей, вышло свыше 20 авторских передач. Мы первые среди региональных телекомпаний стали работать в прямом эфире на важных мероприятиях, а за последний год провели сразу два многочасовых благотворительных марафона. Проект «Стихи живут повсюду» – наше совместное творчество с Видновским историко-культурным центром. Мне кажется, все русские люди любят поэзию. Мы воспитываемся на стихах Есенина, Блока, Пушкина. И мне кажется, это как раз те поэты, которые нас учат русскому слову. Сегодняшние первоклассники говорят, что проза – это будни, а стихи – это праздник. Вот так они отвечают на вопрос, чем отличаются стихи от прозы. Проект «Стихи живут повсюду» стартовал 2 года назад, весной 2020-го. За это время было снято 32 выпуска, в которых лирические строки звучали из уст рабочих заводов и водителей общественного транспорта, спортсменов, учителей, работников культуры, школьников и даже Дедов Морозов. На этот раз прочитать стихи решили сами сотрудники «Видное ТВ». Долго шла весна тайком от ветров и стужи, а сегодня прямиком шлепает по лужам. Гонит талые снега с гомоном и звоном, чтобы выстелить луга бархатом зеленым. Скоро-скоро быть теплу. Эту новость первой барабанит по стеклу серой лапкой верба. Скоро тысячи скворцов с домиком подружат. Скоро множество птенцов выглянет наружу. Тучи по небу пройдут, и тебе впервые на ладошку упадут капли дождевые. Автор проекта, методист историко-культурного центра Наталья Замарина, предложила нашей редакции несколько прекрасных стихотворений о весне. Но апрель детского поэта и сценариста Якова Акима покорил всех без исключения. Радостно, что именно этот весенний сюжет наши зрители услышат из уст самого мобильного и живого, молодого коллектива нашего городского округа. Честно говоря, я очень ждала, когда же «Стихи живут» придут к нам. Потому что, на самом деле, это интересный проект, мне очень нравится. С самого начала наблюдаю за ним и вижу, как участники вдохновляются этими стихами. Вроде бы что-то такое, прочитать стихи, да? На самом деле, но ведь вот весна пришла. Мы сейчас прочитали стихи о весне, и мне кажется, стало немножко теплее. Мы решили сделать этот выпуск о весне, о хороших новостях, о том, что обновление происходит в мире, что мы ждем каких-то ярких впечатлений. Хорошие, добрые стихи Якова Акима про весенний месяц нам очень понравились. И мы решили, что мы их прочитаем всем коллективам. Где будет снят следующий сюжет проекта «Стихи живут повсюду» – пока секрет. Как говорится, следите за эфиром и читайте поэзию, как мы. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Довлятова. Видно этого.